Валечка, это очень важно. У тебя, кстати, кошелек с собой или что-то такое? Валя! Да, вот он. Я просто хочу, сейчас мы сядем в метро, я тебе хочу дать немножко денег. Чтобы просто было у тебя с собой, на всякий случай. Вдруг потеряемся или что-то. Так, значит, этот... Валечка, это... Эти самые купоны, пожалуйста, положи. Я положил. Аккуратно. Положил. Все. Все, все, в следующий раз я ни о каком лифте не поеду. Не надо. Грязный, мерзкий, отвратительный этот лифт. Фу, пахнет в нем ужасно.